прошло 12 минут. Аплодисменты 4 молочных напитка! Итак, для своего авторского напитка прошло 13 минут. Я использую крепко заваренный черный чай. Буквально 3 грамма чая и 100 миллилитров воды. Чай свяжет все остальные ингредиенты вместе. В чай я добавил сироп из-под коктейльной вишни. В аналогии с вишней, которую вы почувствовали в моем эспрессо. Сам же эспрессо я добавил пудру из тростникового сахара, которая придаст плотности, ну и, естественно, сладости моему напитку. Бокалы я посыпал пудрой из сублимированной клубники для аромата. Самое интересное, это, конечно же, вкус и сочетаемость этих довольно простых ингредиентов. Во вкусе вы почувствуете сладкий красный арбуз, грейпфрут и на послевкусии грушевую карамель. Мой напиток холодный, пьется через край, не размешивая, уверенными глотками. Друзья, я рад был вас приветствовать, рад был представить вам свой интересный, весьма необычный кофе в различных его ипостасях. Спасибо, я закончил. Можно аплодисменты Сергею Степанчуку, лаборатория кофе. У тебя еще было 50 секунд. Надо расстраиваться. Извините, пожалуйста. Ну да, это не 16.08. Извините, я вот здесь чуть-чуть уложился, чуть-чуть быстрее. Здесь насыпано, там насыпано. Ну что, скажи, как тебе? Хорошо, я все сказал, что хотел сказать. Судя по тому, как у меня шла экстракция, она шла так, как должна была идти. Вот единственное, беспорядок, конечно, что меня смущает, но остальное все хорошо. Ну, то есть ты по большей части доволен? Ну, да. Скажи, а ты как-нибудь настраивался на выступление? Ну, что ты себе говорил, кроме борща, который был проверщик? Нет, у меня есть мой помощник, который много мне говорит, иностранный. Серега, до выступления ты говорил, что приготовился, но не так сильно. Вот я рекомендую всем молодым бариста, вот так же не сильно, немного готовиться, чтобы вот так. На самом деле у меня было всего два прогона, но я в течение 2 недель постоянно ходил и катал речь в голове. Я, честно, не помню, что я говорил, но я, судя по тому, ну, как это шло по времени в сочетании с музыкой, я говорил то, что хотел сказать, то есть все. Вот. А в остальном техника, ну, это же то, что поставить, что взять. Скажи, что? А кто подбирал тебе плейлист, потому что первый трек? Я сам подбирал себе плейлист. Мальчишник Дельфин — это то, что я люблю, то, что меня поддерживает, и он задает очень хороший ритм. Потихонечку начинаешь, потом... Ну что же, давайте поблагодарим судей и наградим бурными аплодисментами Сергея Степанчука, лаборатория кофе, город Москва. Кофе, который ты сегодня варил, да, его можно попробовать.
встретимся, может быть, на вашем стенде. Да, я обязательно его поварю, но не прямо сейчас, потому что можно чуть-чуть выдохнуть, можно убрать посуду, все натереть, все разложить по полочкам. Я думаю, что где-то через часик, наверное, можно будет подойти к нашему стенду. Но это все, что у меня осталось. Уважаемые гости, вы можете уже сейчас устраиваться в очередь под запись на стенде лаборатория Гольда. Через час уже приготовит, я думаю, сколько? Ну, тут шотов 15 шотов. Так что под запись. Да, 20 счастливчиков, которые смогут попробовать Сережин кофе. Ну что ж. Серега, это было отличное выступление. Да. Молодец. Было очень круто. Был Сергей Чеманчук, город Москва, компания «Лаборатория Кофе». Давайте еще раз поаплодируем Сергею. Это московский отборочный чемпионат бариста. 24 лучших бариста Москвы сражаются за 8 путевок. Финал, который пройдет 1-3 марта в Москве, в Сокольниках. Чтобы, в свою очередь, там сразиться за звание лучшего бариста России и представлять страну на чемпионате мира, который пройдет в Сеуле в ноябре 2017 года.